Привет, дорогие друзья! В этом видео покажу, как в комнате найти человека по нику. То есть сделать поиск по комнате. Вы смотрите, здесь так много людей, что невозможно найти кого-то, да, если вы кого-то вот конкретно хотите найти, думаете, есть он тут или нет. Сверху в комнате, то есть вам нужно именно сам вверх подняться, есть три точки. Нажимаем на них. Справа вверху, вот видите, три точки. Нажимаем, и здесь есть Sage Room. За мой английский search room. Нажимаем сюда. И вот здесь пишем ник человека, которого хотим, например, GH. И вот видим, где у человека в нике встречается это сочетание букв. Да? Или на русском языке можем также искать. То есть мы можем искать человека по имени и фамилии, либо по нику, да, то есть на любом языке, вот спокойно вот здесь в поиске так введя. Вот так все просто делается. Спасибо за просмотр, если видео для вас было полезным. Не забывайте поставить ему лайк, подписаться на этот канал. Также задавайте вопросы в комментариях, всем отвечаю. Удачи, пока.